Да. Вам всем очень сильно нравится смотреть, как кто-то выбивает события. Поэтому именно сегодня мы вместе с вами выбьем три события. И также я покажу, как я выбивал одно событие, которое я, конечно, записалось, но очень криво. В общем, вы все поймете. Всем приятного просмотра. Кто кушает, то приятного аппетита. Погнали. Ну и всем здорово, дорогие друзья. С вами Даваска. Попрошу подписаться на канал, кто этого все еще не сделал. И прям смачно класснуть по кнопочке лайка. Вам не сложно, а мне приятно. Теперь давайте я вам расскажу, как я выбивал вот этот ивент. В общем, произошла такая ситуация, то что у меня моя замечательная веб-камера почему-то отвалилась, и ну она просто в программе для записи не отображалась. Когда я ее переподключил, я банально забыл то, что в ней есть встроенный микрофон, и он автоматически идет уже на запись. И я все это подключил, записываю, и вот такой вот звук у меня получается. Итак, Итак, первое, первое, что что годное у годное у нас нас вышло, вышло, и и что что действительно действительно годное, годное, что что стоит стоит внимания внимания большинства. большинства. То есть вы понимаете, я просто взял и заруинил себе видос, как я с кайфом выбил вот эту эмоцию. Давайте я просто наложу музычку и покажу, ну и вы мои эмоции увидите, но, к сожалению, не услышите. Как-то так это все получилось, но также хочу вам сказать то, что был еще очень прикольный ивент, вот этот. Я также думал, что отсюда забирать либо бандану, либо наборчик. Я также заделал пост в телегу, где попросил вас помочь мне в выборе. Чатик, у меня к вам небольшой вопрос. У меня, короче, нету вот этого набора и банданы. Что бы вы забрали на моем месте? Большинство из вас проголосовали за бандану, поэтому именно бандану я и выбивала. Но выпала она по стандарту с последней попыточки, поэтому ничего интересного тут нету. Итак, у нас сегодня три новых события, которые появились в игре. Я специально подождал, чтобы было побольше событий, чтобы все это выбить с кайфом сразу же в одном видосике. Мы будем выбивать вот эту М14. Я изначально думал, что это эволюция, но оказывается, это обычный скин на скорострельность и скорость перезарядки. Дальше у нас будет эмоция, и также у нас будет оружейный джекпотик, вот этот. И я покажу, ну, я не знаю, как пока я еще это на монтаже заделаю, но я покажу, как вообще мне выпала вот эта эмоция ступени победы и вот эта бита. То есть буквально за сколько? За 4 попытки мне все это выпало. Итак, ну у нас первое, что я хочу забрать эмоцию. Что мы выкинем? Давайте еду и вот эти расходники. Давайте, погнали. Первое, больше не показывать. Let's go. 9 алмазов. Будет прикольно, если эмоция выпадет одной из первых, потому что, по сути, ничего, кроме этой эмоции, мне в этом колесе фортуны не нужно. И вот сейчас было бы круто, если бы дропнулась эмоция, но вот я прям чувствую, я прям чую то, что она выпадет последней. Ну да. Всегда одной ячейки не докручивают до эмоции. Это понятно. Давайте скипнем. И, конечно же, да, рюкзак, который у меня уже есть. Мы сколько потратили? Ну, по стандарту где-то 1800, да? Тут сколько? 700 плюс 400, 1100.
1300, 1400, ну да, где-то плюс-минус 1500 алмазов. Стоила нам вот эта эмоция, она, кстати, какая? 225-я на моем складе. Угу, хорошо. Теперь мы переходим, вот это я хочу оставить напоследок, потому что, ну, как бы, тут можно очень много потратить, она может вообще выпасть с самой первой попыточки. Поэтому давайте выбьем оружейный джекпот, у меня уже 38% удачи. Давайте вообще посмотрим, насколько быстро это все выпадет. Никакие другие скинчики, помимо вот этого ауга, мне не нужны. Скорость перезарядки и дальность. Ну, обычно пихали очень прикольные скинчики с хорошими статистиками в оружейку. А сейчас, ну, не самые нужные статистики для ауга, я вам так скажу. Ой, сколько красных жетончиков можно подфармить. Получается по 3, по 1, плюс 19, неплохо. Ну, это все я буду скипать, потому что по стандарту на 100 лайки выпадет ауг. Это прям, ну, вебка. Как же вот, я не понимаю, из-за чего это все зависает. Это просто, ладно на стримах, но когда руинятся видосы из-за вебки, хотя вебка офигенная, из-за чего это все стало зависать, я без понятия. В общем, а может быть, кстати, нужно новый USB-шник купить, и с USB-шником все будет лучше. Вот, это же было примерно 100 лайки, да. На 100 лайки по стандарту это все выпадает. И теперь мы получили красные жетончики, обмениваем на 20 купончиков. 800 этих? Это у меня 140 всего осталось. Капец, а раньше у меня было прямо очень много этих красных жетонов, прямо 1004 где-то. Ну да ладно, купончики мы забрали, замечательно. Золотой джекпот не обновили, хотя обнова была. И выбиваем М14. Я не знаю, вообще не знаю, как это все выпадает, поэтому давайте скипать мы это все не будем, мы будем смотреть. Ага, то есть за все шмотки, за вот это все нам будут выдавать по 5 жетончиков, да? В принципе, неплохо. А нужно сколько жетонов, чтобы это... 250! Охренеть! Интересно, а оружие какие-то будут выпадать? Есть ли тут какая-то гарантия на выпадание оружейного скина? Потому что обычно на такие ивенты и ни хрена не получили, да? Чудесно. Так, все вот эти оружейные лутбоксы у меня все фулл выкуплены, поэтому тут эти оружейные скины никакого интереса не представляют. Еще плюс 10-11 жетончиков, спасибо. Так, тут 100 пудов где-то есть... Событие, 10, ага, тут нету лайки. Но, по-моему, на 50 лайки что-то должно выпадать, возможно, а возможно и нет. Давайте мы это проверим. Выпадает и масочка, и рюкзачок, и юбочка, еще плюс 15 жетончиков. Мы потратили сколько? 4 попытки, то есть 1000 алмазов мы потратили. Теперь, если я не ошибаюсь, при 5-й попытке у нас должен выпасть какой-то оружейный скинчик. Но это не точно. Давайте проверим. Это все должно выпасть на 6-ю попытку, то есть вот тут. Да ладно! Все, так, интересно. Сколько жетончиков? 150 за повторку. У меня теперь сколько жетончиков? 196. То есть не хватает 54 жетончика. То есть мы все уже прекрасно поняли, что за 1250 алмазов падает один из вот этих скинчиков на М14. И каждый скинчик стоит 150 жетончиков. То есть сейчас будет очень круто, если мы 54 жетончика нафармим буквально за 2-3 попытки. Это будет шикарно, но это какая-то фантазия, потому что нужно 49 жетонов. И я думаю, что опять же до очередной гарантийной
попыточки, то есть опять еще мы 1250 алмазов сольем, и опять же нам что-то да выпадет. Да ладно. Вы меня балуете. Это какая была? 175! Да ты шо? Так, это какая была? Кстати, или вторая, или третья. Офигеть. Так, мы забираем вот эту М14. Она с... чего? Скорострельность и скорость. А нахрена М14 перезарядка? Какая у меня вообще стояла М14? Ну-ка. Да вообще оживленный зверь. На скорострельность, точность, магазин, дальность. А, М14 была единственная на скорострельность, получается. Ну, помимо вот этих, потому что тут минус точность. Прикиньте, оживленный зверь когда еще вышел? И только заделали довольно-таки играбельный скинчик. Но все равно я бы сюда запихал урон. Потому что М14, если докачать до 3 чипов, это прям... Это конкуренты калашу, я бы сказал, именно по урону. А так вообще неплохо. И магазин опять же минус. А, ну, это то есть, это тот же самый оживленный зверь? Смотрите, ну, этот скин, ну, во сколько можно оценить? Ну, алмаз, он вообще, мы его много кто даже и на халяву забирал. Это оживленный зверь. Этому скину, я не знаю, года 3 точно, может быть, даже больше. И спустя 3 года мы получаем тот же самый оживленный зверь, только с увеличенной перезарядкой и просто, ну, другая моделька. Тот же самый оживленный зверь. Я в ахере. А еще я в ахере с того, то, что мы потратили сколько? У меня было 25 тысяч с чем-то. Ну, осталось, грубо говоря, 22 тысячи. Мы чуть меньше 4000 алмазов потратили на 3 события. Ну, да, оружейку мы выбили за купончики, окей. То есть мы забрали эмоцию и М14 за 4к алмазов. То есть 3 с чем-то все-таки ушло. Нет, у меня было 5500, по-моему, нет, ну, 25500, ну, 3500 где-то мы потратили. Если 1000, сколько... Короче, не важно, это все уже не важно. Все мы выбили, все хорошо. Вот такой вот получился видосик, если он вам понравился. Если вы еще не подписаны, то подпишитесь. Если подписаны, то молодцы, красавчики. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. И да пребудет с вами стиль.